где он боится и еще боятся, потому что наше государство и наша власть уже показала, как они могут обращаться с своими людьми. Но уже есть вера, и вера в, уже больше, чем страх, поэтому мы сегодня выходим сюда. Меня заставила выйти сюда несправедливость, бесконечная ложь, ложь со стороны прессы, ложь со стороны президента, ложь со стороны всех руководящих нами на данный момент структур. Я хочу перемен, я хочу свободы, я хочу жить в свободной стране, я хочу, чтобы мои дети не уезжали, чтобы они жили, растили своих детей и поднимали экономику нашей страны.